Приветствую вас, мои дорогие друзья! Вы на канале у Галины. Ай, жарко! Уф! Гортензия скоро будет расцветать. Так, ну что тут у вас? Как вы тут ножки жарите? Сегодня у нас ответственный Дмитрий за мясо. Во! Какая ножка вкуснячая. Так. Молодец, Димасек. Сегодня у нас грияда. Как это грияда? Барбекю. Барбекю. Вода, барбекю. Шашлик. После сытного обеда решила я прогуляться. Компанию мне составить никто не захотел. Пойду в гордом одиночестве. Я пошла сейчас в город. Не знаю, что там интересного я найду. Платьишко оригинальное. Посмотрите, оно с кармашками прорезными. Вот что мы очень любим по бокам. Но какой у него подол. Вы только гляньте. Парашют, да? С крыльями я сейчас прям-таки улечу. Хлопай ресницами, взлетай. Хлопай ресницами и взлетай. Точно. И еще вот оригинальное в чем. У него рукавчик. Я сначала подумала, когда увидела это платье. О, это что это? Порвано как-то. Вот так странно. Вот приделано крылышко. Видите? С этой стороны оно не пришито и тоже. Оно прищеплено только сверху и снизу. И вот такие вот мотуляшки. Завязочки здесь. Вот, чтобы подтягивать это крылышко, как хотите. Хотите сильно на сборено, хотите, как хотите. Вот сумочка от Lancaster. Таких у меня сумочек несколько. Рюкзачок. И сумки разной формы. Большие и маленькие. Я люблю эту фирму, она мне очень нравится, эта марка. Значит, сандали. Сандали вы видели. Вот я их пойду сегодня одна. По дороге всем, что вижу, делюсь с вами. Посмотрите, какая красота, какие розочки. Пересекаю мост. Время обеда во Франции. Для французов время обеда – это святое время. Война войною, а кушать хочется всегда. Ну, вот видите, сколько много народу. Ой, все занято, все места заняты. Вы только посмотрите на эти деревья привидения. Мы сюда приходили с классом начальной школы, ну, с учителем, конечно же. И она задавала ребятам тему сочинения. Вот они здесь расположились. Кто на скамейках, вот на этих каменных, кто на травке. Пожалуйста, центр города. Уж самый что ни на есть, центр-центр. И видите, ничего такого зазорного. Французы выветривают, высушивают одеяло. Это террасы. Ну, народу пока нет, хотя время обеденное. Ну, хорошая точка у Оксаны, магазина. Потому что здесь идет бойкая торговля. Центровое место, как говорится. Но сегодня Оксаны выходной. Ферне. В день музыки летом бывает здесь живая музыка. Здесь такая джазовая певица классная поет всегда. Так, какие цены нам предлагают сегодня здесь на мороженое? Вот такой вот уютненький ресторанчик организовал террасу. Так как вовнутрь еще ничего нельзя заходить заказывать. Так, что предлагают? Гамбургер с картошкой фрита 6 евро. Здесь же и цветочный магазинчик. Да, я как-то свекру заказывала здесь, в этом магазине, букет цветов на его день рождения. Андре
такие вот босоножки летние, 69 евро. Вот такие вот шлепки, тоже столько же в белом и черном цвете. И вот сандалии моднячие на подошве трактор. Ну, видно по ним, что они очень удобные. В белом цвете. Серые. Ну, летний вариант. МАД. Аббревиатура. Ну, французы любят аббревиацию сокращать. Мадам Ади. Так, цены. Платье. 159 евро. Блуза 89. Салопетта, то есть комбинезончик, 105 евро. Исак 69. Сумка. Ой-ой-ой, это вот эта сумка столько стоит. Ничего себе, дорого. Это уже витрина Арман Тьерри. Смотрите, какая хлопковая. Колье 13,95 стоит. И шемиза, рубашка 47,95. Панталон 55,95. Ну, круто как. Вот такое вот платьишко. Очень даже скромненькое. Колье. Ага, колье Накра. 13,95. И само платье 50. Так, что предлагает нам промод на лето? Вот такие вот сарафаны. Обыкновенная классика на тоненьких лямочках. Вот такое вот платье. Сколько оно стоит? 79,95. И эспадрилья 29. Небо голубое. Красота. Вот видите, воскресенье. Народ вымер. А вот этот вот бутик открылся недавно только что. Раньше я его не видела. Ну, есть возможность нам рассмотреть с вами его витрину. Вот такие вот бусики интересные из камушков. Красота. Ой, а с маками какая прелесть. Вот только посмотрите. Из серебра 925 пробы. Вот видите, какие кольца. Давайте я их увеличу. Цены. О, часы вон какие. Тоже написано серебро. За 250 евро. Вот в этой витрине мне очень понравилось вот это колье. Вот такая вот белая туника неплохая. Но видно сразу, что размер маленький. В этом магазине большого размера на меня не будет, это точно. Я уже знаю. Поэтому я сюда не так часто. Здесь как раз в центре города находится и офис нашей местной газеты «Сюдвест». Многие дети у нас в классе, ну, то есть за мою практику, что я работаю здесь в школах, многие дети проходили здесь практику. Кто хочет, например, выучиться на журналиста. Очень много бутиков закрылись, обанкротились. Вот там бутик был очень интересная бижутерия всегда была. Ну, не только бижутерия, а сумочки, аксессуары. Сумочки, платочки, ремни, пояса, часы, различные розы, например, для платья. Ну, то есть аксессуары интересные были. Вот так. Целая улица бутиков обанкротилась. Прям мой камень увидела. Бриллиант, который я как декорацию раскладываю у себя на столе, стол декорирую праздничный. У меня такие бриллианты есть в коробке. Так, если я увижу, вот это мабусин стоит 219 евро. Это 214. Так, и вот этот вот образ мужской молодежный мне понравился очень. Снимаю для сына показать потом. Цвета розы.
вами прогулялись по центру города, посмотрели витрины, и я вышла к третьему мосту. Начинали мы с вами с первого моста. Я его всегда называю наш мост, который ведет к нам домой. Так, ну вот издалека мы видели с вами вот эту вот церквушку. Ой, пардон. Давайте в нее зайдем. Я очень ее люблю. Она такая маленькая, миниатюрная. Сейчас посижу. Вы знаете, после обеда очень часто летом можно увидеть здесь отдыхающих, когда жара, а здесь всегда прохладненько. Вы знаете, друзья, в церкви, в католической, иногда даже проходят концерты, да, здесь можно петь. И как-то был вот праздник Средневековья, Монфланке, в городке неподалеку от нас, и там вот пели старинные песни. И к нам в город, кстати, вот в эту церковь Сан-Катрин приезжал ансамбль военной песни и пляски. И они были в военной форме, пели военные песни, украинские, народные и русские. Ну, я потом вам фотографии вставлю. А меня всегда раздирает прям тоже вот в церкви попеть. Ну, просто потому что здесь акустика. Ну, и народу нету, можно попеть. Так, чё б спеть такое? Во! Да, я шут, я циркач, и что же, пусть меня так зовут вельможи, как они от меня далеки, далеки, никогда не дадут руки. Цветы роняют лепестки на песок, никто не знает, как мой путь одинок. Сквозь ночь и ветер мне идти суждено. Устал я греться у чужого огня. Но где же сердце, что полюбит меня? Живу без ласки, боль свою затая. Всегда быть в маске судьба моя. Уже закон не писан, мы как же, мы же все равно попремся сюда и встанем на этот бордюр. Вот оттуда мы с вами пришли, сделали круг по городу. Красота! Вот мы сейчас с вами вот там были, в этой церкви. Наиприятнейшая встреча на мосту с моей давней приятельницей. Мы какое-то время не виделись из-за пандемии, и было нам о чем поговорить. Пока, спасибо, звони. Хорошо, пока. И вам, друзья, здоровья, мира, добра. И пока-пока. Спасибо, что вы у меня такие активные зрители. Буду рада пальчику вверх, вниз и вашим комментариям.